Всем привет, меня зовут Андрей. Я Даня. Сегодня мы снимаем Kickless Challenge в локальном скейт-парке. Пацаны! Это моя дека, она ставлена этим более. Да ты дурак, дека классная, крутая. Пацаны, на видос полезете за декой на канал. А ты выложишь, да? Да. Нет. Она недалеко, на канал. Поехали, у тебя влоги на канале пошли. Новое видео. А ты выложил, где я с вашей матерью разбирался здесь? Ты выложил? Выложи это. Можешь, пожалуйста, в описании мы ссылку на канал. Ой, сейчас, погоди. Ебать, водяной нахуй. Ебать, ты реально ебать. Давай, давай. Красава! Суть этого челленджа заключается в том, что мы катаем друг другу по очереди Kickless на разных фигурах, дроп, на подкате, флэт. И кто первый не сделает трюк, тот и проиграл. Играем на 100 рублей. Понял, блядь. А теперь скинемся на того, кто первый начинает. Давай. Раз, два, три. Я первый. Опять. Да. А ух, не получается. Значит? Ну что ж, первый трюк будет, так сказать, раскаточный. Kickless в книжку. Я загадаю Андрею Kickless в мини-коттере. Я гадаю, да, не Kickless дроп отсюда с тумбочки. Я загадаю Андрею Kickless вот туда, в уголок. Я гадаю, да, не Kickless дроп со стола. Блядь, ну пизда пятку, ну имей совесть, а. Бля. Нихуя не отбил. Когда Андрею Kickless на стол квотера. Не понял. Так, так, места заканчиваются. Я сбираю Дани Kickless даунсайд вот там на подкате. Хорош. Kickless DS в квотере. Я гадаю, да, не Kickless DS на подкате еще раз. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Вот так вот закончился наш гейм. Я выиграл, Даня, к сожалению, проиграл, но ничего страшного. Ссылки на наш инстаграм вы можете найти, естественно, в описании. Если вам понравился ролик данного формата, то ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. Мы обязательно снимем еще какой-нибудь челлендж. Всем спасибо, всем удачи, не падайте. Всем пока!